Футбольный клуб «Тверь» одержал минимальную победу в очередном туре профессиональной футбольной лиги. В минувшую субботу, 21 августа, подопечные Вадима Гаранина в родных стенах обыграли калининградскую «Балтику» БФУ. Единственный гол в матче был забит с пенальти. На 27-й минуте встречи отличился лучший бомбардир прошлого сезона Игорь Турсунов. Несмотря на отчаянные попытки гостей сравнять счет, победа осталась за футболистами из Твери. Набранные 3 очка позволили клубу из столицы Верхневолжья сохранить первое место в турнирной таблице. Впрочем, как отметил главный тренер тверичан Вадим Гаранин, несмотря на очередную победу, к качеству самой игры у тренерского штаба есть определенные вопросы. Мы стали немножко, даже не по возрасту, а по вот качеству какой-то детской команды с детскими ошибками, с суетой. Вот, нас это, безусловно, беспокоит.